По избиению пятерых детей в Кузнечихе заведено уголовное дело. Наша телекомпания сообщала об этом ЧП 20 августа. Прогуливаясь по поселку, ребята из любопытства зашли в заброшенное производственное здание, в котором были разбиты стекла. Неожиданно появившиеся взрослые стали обвинять детей в том, что именно они перебили стекла в помещении. Домой после этого обвинения четверо местных ребятишек вернулись с синяками и ссадинами, а 10-летнюю Таню Шиповалову с травмой головы доставили в областную детскую больницу. Сейчас девочку уже выписали. Родители после ЧП написали заявление в полицию. Сегодня стало известно о том, что на охранницу здания и мужчину, который также является работником данного предприятия, завели уголовное дело по статье «Побои из хулиганских побуждений».